Это моя работа. Я агент под прикрытием. Я общаюсь с преступниками и убийцами. И вру. Вру напропалую. Вашингтон требует, чтобы перехват Де стал крупнейшей операцией в нашей истории. Пабло Эскобар и его главный сбытчик Роберто Алькаино. Мейзер, ты собрал? Мне кажется, мы все делаем неправильно. Мы идем за наркотиками, чтобы выйти на главарей. А что, если пойти за деньгами? Нам нужны новые подставные имена. О, смотри, Фальконе. Да-да, ты посмотри. Посчитай, мне уже сколько, по-твоему, 77? Ну и чё ты, скукожный и жухлый, раз нет? Так, все, пошли. Боб Музелла, этот подходит. Здравствуй, жизнь воровская. Погнали. Добро пожаловать в США. Оспина отмывает деньги для Эскобара. Мне нужна личная встреча с вашим боссом. Это были пробы. Ты их прошел. Ну, мистер Музелла, и какой мне от вас прок? Это тебе подарок от меня, мистер Боб. У меня невеста. И чё? Какая невеста, Боб, а? Ты под прикрытием. Познакомься, твоя будущая жена Кэти Эрц, Боб Мейзер. Совет вам да любовь. Блин, а можно мне тоже невесту? Вам когда-нибудь гадали по руке? Успех вам предназначен судьбой. Знаешь, кто отмывает больше всех денег в Штатах? Честно, я думал, я. Ты подставился по полной, и не дай бог ты сложаешь. Я под угрозами не работаю. Ни ты, ни я не можем навязывать свои условия Дону Пабло. Это коп! Одна ошибка, и мы трупы. В моем бизнесе без доверия ничего хорошего не бывает. Тебе что, угрожает Пабло Эскобар? У нас есть шанс взять их всех.